Сегодня депутаты парламента, уроженцы Гомельщины дали старт сбору сродков на строительство мемориального комплекса на месте спаленной вёски Алла Светлогорского района. Яны перелишили сумму на доброчинный рахунок для створения нового места памяти. Нагадаем, завтра в области пройдет субботник. Представники органов влады, организации, предприемств и установ будут альбо працавать на рабочих местах, альбо займутся добропорядкованием своих городов и вёсок. Парламентары от Гомельской области так само долучатся до мероприемств. Однако свой первый вклад у створения мемориального комплекса Алла яны зарабили уже сегодня. Мы, депутаты парламента, своим примером даем старт областному субботнику по сбору средств на этот мемориал, который позволит в памяти молодежи сохранить все то, что испытал наш народ. В сегодняшнем мире мы слышим очень много и часто вооруженные конфликты, которые, ну, в общем-то, дают толчок к тому, чтобы вспомнить все-таки, что было в Великую Отечественную войну, и что мы сегодня, как раз наше поколение, не должны допустить повторения таких зверств, сколько было убито людей. Мы, белорусы, как никто другой, это знаем. Я считаю, что вот строительство таких мемориальных комплексов, это лишний раз, скажем так, нас подталкивает к тому, чтобы мы решали все только мирным путем. Мемориальный комплекс увековечит память об усих населенных пунктах нашей области, знищенных огнем фашизма в годы Великой Отечественной войны. Ахвярами тех трагичных подей стали мирные, ни в чем не повинные люди. И заховывать память и правду об этом значит не повторить и не допустить подобного у будущем.